Макраме – это рукоделие, основанное на плетении узлов. Этой техникой пользуются уже тысячи лет, что подтверждают археологические находки. Первобытные люди из кожи и сухожилий плели тетиву для лука и чехлы для стрел, а из растительных волокон плели сети и веревки. Этими узлами мы пользуемся и сегодня. У древних инков существовала узелковая письменность. Расшифровать такое послание можно было по форме, размеру, цвету и сочетанию узлов. А в Древнем Китае, например, лекари обозначали узелками разного размера и цвета, сколько и какие процедуры больному нужно выполнить. Изобретателями самых хитроумных и практичных узлов стали моряки. На парусных судах тросы и веревки, их еще называют такелаж, используются как для управления кораблем, так и для крепления различных предметов на палубе. А из старых снастей матросы плели коврики, футляры, пояса и браслеты. По возвращении на берег необычные вещицы мореплаватели дарили или продавали. Примерно с XIV века узелковым кружевом люди стали украшать свою одежду, занавеси, покрывала, ширмы. В XVII веке декоративным плетением увлеклись в Европе, Северной Америке, Англии. В разные времена это искусство называлось квадратное плетение, узелковое кружево, узелковая бахрома. И только в XIX веке это ремесло стали называть словом с арабскими корнями – макраме. Плетение макраме развивает память, логику и мелкую моторику. Во время выполнения узла вокруг основной натянутой нити нельзя отпускать другую нить до тех пор, пока узел не будет полностью завершен и затянут. Зная технику плетения всего нескольких узлов, можно создавать разнообразные вещи. Коврики, гамаки, скатерти, покрывала, панно, абажуры, кошельки, сумки, корзинки и игрушки. Отдельного восхищения заслуживает микромакраме. Эта техника основывается на использовании тонкой нити и различных камней, бисера, бусин и другой фурнитуры. Она позволяет создавать потрясающие по красоте украшения, предметы декора и даже картины. Для макраме не требуется никаких специальных инструментов и приспособлений. Возможности этого вида рукоделия безграничны. Вещи, плетеные из льняной или пеньковой веревки или шнура, придают интерьеру особый уют и оригинальность.